кем ты хочешь стать? Тигренком или мышкой? А мы малыш. Так, выбираю тигренка. Смешной такой. Лайк, лайк, лайк. Милана, ты не видела нашего собачонка? Ну что, мой малыш, тебе пора кушать. До встречи в лайке. Он уже идет. Иди сюда, иди сюда. Иди ко мне, иди ко мне. Милана, что за лайки? Это не лайка тебе. Вообще-то это у нас лаки. Да-да, мам, лаки-лаки. Мам, ты что делаешь? Прическу, что ли, новую? Нет, папа, я снимаю новое видео в лайк. Не мешай мне, пожалуйста, не ходи тут туда-сюда. Для кого снимаешь? Какой еще лайки? Я повелительница моря, солнца и... Милана, а что у тебя тут происходит? Мама, осторожно! Пол – это лава! Что? Какая лава? Какие молнии? Я что-то вообще ничего не понимаю. Это видео, мамочка, должно набрать 1 000 000 просмотров. Какое видео? На что снимает скрытая камера? Ой, мама, это просто видео в лайк. Кто этот лайки? Я не знаю, кто этот лайки, но мне кажется, они как-то странно влияют на Милану. Да-да, я тоже переживаю. Представляешь, захожу в комнату, а она там вызывает гром, молнии, а потом вдруг ни с того ни с сего пол это лава. Ну а ты хоть спаслась? Блин, папа, ну сейчас не до шуток. Ну ладно, давай пойдем просто спросим у нее напрямую и выясним, что это за лайки. Да, отличная идея. Так и нужно сделать. Пойдем. А, стой, стой! Только печенюшку возьму. Ага. Я себе сделаю фиолетово-голубые волосы. А тебе какого цвета? А тебе какого цвета? А, Дань, какого тебе цвета сделать волосы? Зеленого. Стойте! Какие волосы красить, Милана? Он же маленький, ему нельзя! Мам, пап, а чего вы такие бледные? Может быть, вам тоже волосы покрасить? Милана, мы должны с вами серьезно поговорить. Кто вообще этот лайки? И что у вас тут происходит? Вот, вот этот лайк. Ух, Милана. Я, честно говоря, уже начал переживать, не приболела ли ты, какой-то лайки, там пол это лава, что там еще у вас, я не знаю. Папочка, это новое приложение лайк, в котором можно снимать видео с разными фильтрами, фишками и прикольными штучками. Да? Да. А вы знаете, что моим подписчикам понравилось мое самое последнее видео? И, кстати, а давайте что-нибудь вместе снимем. Так, Милан, подожди, ты сначала профиль свой покажи, что там у тебя есть. Ну-ка, дай-ка. Что там у тебя? Дай гляну. О, а это что? Ух ты. Подожди, подожди, вот это мне покажи. Видите, это мой профиль в лайке. Тут показывает, сколько у меня лайков и сколько подписчиков. О, так ты и тут свои песни поешь. Да. А это что? Я сегодня шла за картошкой в огород. Ой, упала, вот это поворот. Заморала пяточку, сорицу. Ой, Милана. Слушайте, ну прикольно, слушайте, а давайте, может быть, действительно что-то снимем вместе? Да, давай. Хорошая идея, погнали! Мне понравилась эта штука. Ну что, готовы? Да! Погнали! Ну, прикольно, но мне кажется, у меня получится намного смешнее. Ты уверен? Ну давай, покажи! Да, явно не получилось. Ребята, и вы тоже подписывайтесь на мой лайк. А я буду снимать интересные видео для вас. Ссылка моего лайка в описании. Всем удачи, всем пока-пока. Так, мама, давай снимем скриво-папа. А что, можно? Я. Я.
Люблю. Мяу-мяу. Папу. Мама. Доча, ты уроки сделала? Да, пап, проверишь? Не, мама лучше знает. Мама лучше знает, я за ней все повторяю. И когда-нибудь я тоже стану такой. Мама лучше знает, я за ней все повторяю. Сыночек, не катайся так на качелях сильно. Сынок, я кому сказала, не катайся сильно на качелях. Да перестань ты так сильно. Отличная идея, так и нужно сделать. Да, погнали.